И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь, Санёк, Крошка, Крошка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, самое любимое в начале ролика – это вопрос. Как зовут этого аниматроника? Кто ответит правильно, тот попадет в начале ролика и просто будет красавчиком. Ребята, сегодня мы решили записать аниматроники Мугает Охранника, и тысячи лет я не играл за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю всех мочить и угорать. Погнали. Начнем с слабого левела. Сначала посмотрим, насколько они натренированные. Оп, успел. Кстати, здесь очень классная карта и очень быстро закрываются двери, поэтому преимущество на стороне пацанов. Видите? Не смогли. Не смогли. А чё вас дверь заела? Я так и не понял, что произошло? Чё это сейчас было? Мы вдвоём нажали. А, вот, вот. Я поймал вас на ошибке. Блин, я пшифонер. Ой, там диван споткнулся коленкой. Уходи. Так, значит, надо брать быстрее аниматроника. Так, давайте возьмем Рокси. Во, она немножко побыстрее будет. Come on out. Ай, блин! Ну, аниматроники бьют на большом расстоянии, поэтому пришлось замочить двоих. А как так получилось, что один из вас остался не в офисе? Я его закрыл. Вы сразу видно, вы очень хорошая команда, пацаны. Да подставил своего. Ты чё мне по коленке стреляешь? Come on out. Да блин, успел. Да как? Как это произошло? Вы видели, как это было вообще жестко? Не успел тебе дать. Пенделя. Come on out. Вы видите меня? Нет. Я хочу просто резко обмануть, смотри. Ах ты, блин, ну ты зараза, молодец. Ребята, очень хорошо играют, очень. Come on out. Come on out. Nobody will miss you. Ах ты, блин, у вас, думал, дверь будет здесь открыта. Давайте договоримся, пацаны, чтобы одна дверь сюда была открыта, потому что будет нечестно, если вы две двери закроете. Он обратно. Ах ты, блин, еще чуть-чуть, видели? На соплях, просто на соплях. Опять идет. Есть! Есть! Ребята, это очень круто, когда я их мочу. Так, ну давайте еще попробуем чуть за Рокси. Если они будут прям хорошо закрывать, возьму еще быстрее. Так, хорошо, закрыл. Нет. У вас, пацаны, что-то там этот электричество барахлит. Дверь галимая. Давайте я вам покажу, ребята, эту карту. Смотрите, здесь есть улица и просто здоровенный город. Кто помнит эту карту? Напишите, мы эту карту помним. Посмотрим, сколько людей смотрит мой канал уже много лет. У меня тут двери что-то... Что с дверями? А, ты маску одел, это я не увидел. Убиваешь своего. Какой своего? Нет своих. Нет, те чужие. Хорошо, давайте возьмем какого-то другого аниматроника. Вообще с другого пака возьмем. Я чё-то не взял сиреноголового. Ты чё, гранаты по мне кидать вздумал? Эй! Да знаете, какого аниматроника я взял? Успокойся, да. Не бей нам по дверям новые двери. Я буду двери вам буду ломать все двери полностью. Мы только арендовали этот. Какие арендовали? А, я хотел вам окно удалить. Был бы вообще читерский. Хорошо. Смотрите, насколько этот быстрый аниматроник. Нет. Стоять! Стоять, кому я говорю! Ты жопа! Так слышишь ты, давай иди сюда! Эй! Эй-эй-эй! Ну! Ну! Ты что там вечно стоишь, сышь, чистрешь, что ты там делаешь? Я ребята, настроение отличнейшее. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал и залетайте в наш дискорд, пообщаемся. Ссылочка в описании. Эй, Максим, посмотри наверх. Да уходи, я вижу и по камере тебе. А где он? Я в вентиляции от тебя спрятался. О, ты через крышу залез туда? Нет, я когда бегал от тебя, залез в вентиляцию, ты меня не заметил. А, вентиляция аж там еще. Я знаю, как ты залез туда, я помню. У меня же рахит на аниматронике, он прыгать не может. Ребята, вот вентиляция здесь вот есть. Я не могу туда залезть, я жирный.
Блин, хотел через дерево, видно, не могу. Ладно, пацаны, я вам поддаюсь на самом деле. Давайте возьмем что-нибудь поярче. Тут бабка Грэнни пришла злая. Начинаю офигеть за... А вы где? Вы где? Вы чё? Так это нечестно! Это найди нас. Я так не играю с вами. Как ты нас не заметил? Вы где? Я буду тут сейчас ходить. А вот тут где-то? Эй! Они меня обманули! Бабка Грэнни злая очень. Чё ты там по камерам смотришь? По каким камерам я смотрю? Вентиляцию того, что залазил. Он в подвале или в вентиляции. Где-то там, короче. Мы на самом видном месте, просто побегай. А, я догадался, где вы. Кстати, ребята, смотрите, я иду сейчас туда. Они вот здесь вот. Нет, мы не на кухне. Нет, мы не там. А где вы? Здорово. Вы где? Давай, давай, строй себя, умника. В вентиляции? Максим, на счет три. Раз, два. Вы сидите, вы офигели, я вас не видел. Серьезно говорю, я не видел вас. Блин, вы еще, знаете, вы сливаетесь с дивана, поэтому было очень плохо видно вас. Блин, вы обманули. Вот это, ребята, точно лайкосик за такой угар. Блин, ну вы обманываете меня. А, вы хотите повоевать со мной? Давайте повоюем, давай. Вы аниматронику ногу подбили? Да я добрый! Да я не могу вас дамажить, я добрый! Беги! А теперь ты беги! Ну чё, выходите с офиса, пацаны, давайте, я вас жду. Выходи! Ты боишься выходить, очкошник? Красиво ты протерся лицом, а говорил, полы мыть не умеешь. А вот сейчас я буду вас жестко обманывать. Кто ж кого? Вы меня или я вас убью? Кстати, у меня всего 10 тысяч хп. Всего лишь. Ну что ты там стоишь? Не топай. Прикольная музыка. Ну выходи, давай, иди сюда. Эх ты, блин, на жопу успел. Ай, больно по спине. Где он? Я в подвале. Ты не в подвале. Я в подвале, иди. Ты не в подвале, я видел тебя сейчас. Ладно, ладно. Блин, это было классно, когда я вас обманываю. И за угол забежал. Гусенек, у тебя по скриптам одно и то же, да, делать надо? Слышь ты, жопа! Я твою гранату знаешь, куда тебе засуну? Слышь ты, жлоб галимый! Так, я не могу Максима убить. А где Максим? Ты опять меня не видишь. Подожди, а где ты? Ты сидишь где-то на бутылке, ой, на этом, на диване? Пробежал. Так, давайте внимательно смотреть, где этот жук может быть. О, Фредди, а ты видел здесь охранников? Нет, я вот тоже его ищу. Фокси, ты почему не на сцене? А я поломанный, Фокси. Я должен всех убить здесь. Саня, если ты меня увидишь, не подходи. Все, пацаны, вы теперь не зайдете сюда, это мой офис. Так вентиляция же. Ну так давайте, заходите, вентиляцию, я вас жду. Ну-ка, сейчас. Все, ребятушки, ты как двери открываешь? Ты открывай. Я не открываю, я ничего не нажимал, ты открыл. Эй, кто двери открывает? Они сами. А, они через время сами открываются? Да. А, прикольно сделано. О, смотрите, как я прикольно стал. Опа-па, на картофанчиках могу ходить. Нет, двери не открываются. Подожди, а что я сейчас слышу? Прикольно, у Фокси жопа.
Класс. Так, ну все, шутки прочь, давайте их будем наказывать. Жестко буду наказывать. Почему ты меня не видишь? Так а где тебя тут нету? Это я. Ну вот только что смотрел. Нет, я не там. Ну вот тут. Нет, не здесь даже. Ну как смотрел, но вентиляции тебя нету. Я ж сказал, Фокси, ты почему не на сцене? Так, читер, ага, стоять! Да вы забрали садиться, вас не сильно видно, хорошо. Так, а ну-ка, пароль, скажи секретный пароль. Фредди Фазбер. Неправильно. Буду проверять пароли, вы должны знать секретный пароль. Так, Максим, заходи, а то он взбесился счет. Я псих, я буду всех мочить. Так, давайте возьмем какого-то другого аниматора. Во! Кого я взял? Марионетку. Кстати, я не могу невидимый вставать, это очень плохо. Ты пиццу захотел? Да вы чё, маски? Как так нечестно? Как вас убивать? Ну, легко. Хорошо, пароль. Димас ТВ. Неправильно. Пароль. Чельпиздрик. Правильно. Это наш человек. Так, сейчас. Опа, своих мочите? Кто это стрельнул? Ах, вы жопы, гранаты под ноги кинули. Так, стоять. Так, давайте сейчас попробуем их как-то обмануть. О, я помню, как я могу вас мочить. Нет, только не этим, Фредди. Ой. Давайте, пацаны, объявляем вам войну. Фредди, который улетает. Я звуки не могу издавать. Фредди, ты где? Ой, а чё я летаю? Я ж не летаю. Так прикольно, пули бьются об ящик. Да блин. Слабаки, блин. Пацаны, вы очень слабо, вы хорошо. Плохо играете. Хорошо. Не можете меня убить, давайте, убьете меня, будете победителями. Хорошо. Так, куда-то убежал этот чип. А он вроде в подвал убежал, а это я. А вы смотрите на сцену. На сцену? Блин. Подожди, она закрывается не внутри. Так вот же, Максим, смотри, иди сюда. Ты чё невидимку взял, жопа? Не видишь, да, меня? Максим, так вот, смотри. А... Он... Ага. Тут где? Зараза такая. Пригвоздил! Пригвоздил, жопа, блин! Эй! Надо ждать, пока гвозди сойдут. Меня. Да ты задрал, слышь, убери свои гвозди в одно место себе. Хорош, мне надо, чтобы они сошли. Я не могу двигаться вообще никак. А ты задрал, как ты успеваешь их по ним стрелять по мне? Ты думаешь, я тебя не вижу? Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя вижу. А вот сейчас ты умрешь, смотри, прощай. Да ты задрал, гвоздитель! Ты отвали ты от меня! Блин, я не могу по нему попасть, он за угла стреляет навесом. Ну ё-моё, ну я хочу выиграть! Да блин, я застрял... Ой, у меня тут подлагало! А это жесть! Прощай. Нет. Ой, меня заглючило. А, все, гвозди сошли! Отлично, надо валить. Слышь ты, жопа! Кстати, жизни чикнул меня нормально. А как ты меня видишь? Ник, что ли, не вижу. Фонарик, Максим, фонарик, точно. Нет, какие фонарики, вы чё? О, кстати, я знаю одну классную тактику, как их убивать. Они меня, кстати, тут не найдут. Вот, смотрите, я сейчас здесь буду просто стоять и мочить их. Он где-то здесь в холле. Ты был прав. Пригвоздил? Нет, ты мимо, кстати, стрелял, не пригвоздил. Вот, попытка была хорошая.
Так, вижу, вижу. Так, как же подловить вас? А как тебя нам подловить? И куда ты делся? А это секрет. Ну чё, пацаны, знаете, где я? Ты вон в офисе. Ребята, я их обманул очень сильно. Все, давайте, если за минуту меня не убиваете, я выиграл. Максим, давай, пробуй, пробуй как-то его стрелять. Надо валить отсюда быстрее, я валю. Так, они уже ближе приближаются ко мне. Так, 20 секунд прошло, не убили. Давайте, любое оружие можете использовать. Любое? Любое. Только не монтировка, чисто которая по прицелу. Можете даже админский пистолет брать. Я думал, ядерное. Не-не-не, давайте, админский пистолет можете брать. Админский пистолет? Давайте посмотрим, смогут они у меня убить админский пистолет, потому что аниматроник очень хитрый. Ой, так, ну пацаны, ну вот это фигня, они друг друга мочат. Так, вижу, отвижу цель. Так, так. Сейчас я должен как-то попасть по нему. Да я поддался вам специально. А я наугад вообще стрелял. Серьезно, ты просто от фонаря везде стрелял? Да. Я даже не понял. Да хорош, ну мужики, и все, я выиграл. Не говори так. Не говори! Ладно, все, ладно. Я выиграл. Блин. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.